Всем привет, вы на канале Маргулет Channel, и мы продолжаем проходить Beast Inside. Собственно, очухались с мужиком в колодце, это, я так понимаю, настоящее время. Где я вообще? На дне какого-то ебучего колодца. Как мне отсюда выбраться? Надо пилить руки, как очень страшное кино. Черт, мы отпилили не те руки. Как-то ноги пилили. На жулечки. Нож, конечно, коздырный у него, прямо на этот, на мачете похож. Таким можно отсекать. Отсекали большие куски коров, я не знаю. Убийственно большой нож. Но он явно его никуда с тобой не возьмет, он просто в тупую его бросит и все. Так, глава 9. Воссоединение семьи. Выбраться из колодца. Ага, ну давай, давай. Перелет. Кто не долет, то перелет. Оп. Как вы там? Чуть как в один дом там. Вы утюг. Если бы камень отрикошетил тоже по всем законам физики, он мог бы завалить этого чувака. Но. Так, блядь, доска сейчас сломается. Окей. Прыгаем. Пронесло. Угу. Ползем. Как тёлка из звонка. Мать твою. Какая еще музыка воинствующая. Как будто он сейчас вылезет. Мне нужен твой мотоцикл и твоя одежда. Хлоп такой, очки, попиздил. Ой, как удобненько, да? И тут ключики. Ключики, конечно, сразу же ключи от наручников прямо возле колодца. Кто-то позабыл. И руки он, походу, это на Пасху яйца красил. Руки остались еще замызганные в красочке. Вернулся домой. Так, ну, в принципе, этот персонаж-то в этой реальности ничего такого с собой не собирает. Тут особо шмонать-то нечего. Побежали до дома. До дому, до хаты. Насколько я далеко от дома? Ну, по-моему, он далеко от дома как раз не убегал. Там шахты все рядом расположены. И там, где этот ЦРУшник живет, ну, как лачуга у него там какая-то ЦРУшная его. Плюс еще шахты. Ну, все рядышком, как бы, не очень далеко расположен. Опять симулятор отрывания досок. Ну, что-то хватает тут. Ее нужно тянуть на себя, но мышку ты от себя толкаешь. Это когда как? Плюх. Да, через мост, по-моему, я бежал. Хоккей. Да, куда показывает фонарь, туда и надо драпать. Тем более, сохранение прошло, значит бежим верно. Через мост, да, через там как раз и дом твой. Здесь бродит маньяк, а я оставил жену одну дома. Надеюсь, что с ней все хорошо. Логично. Надо было беременную не оставлять одну. Она же вроде беременна. Так, ну, собственно, я дома. Honey, I'm home. Эмма, куда она подевалась? Поговорить с Эммой. Так, ну, если ее тут нету. Может, она наверх. Это я еще помню в коде. Подожди, может, она тут? О, здрасте. Здрасте, Настя. Эмма. Он снова приходил. На этот раз, погоди, что с тобой стряслось? Да ничего. Не переживай. Я поскользнулся и упал в ручей. Все в порядке. Все в порядке, твой муж неудачник. Он вернулся, понимаешь? Он все никак не оставит нас в покое. Телефон не работает.
Главное, что он не причинил тебе вреда. Он не смог. Смотри, что я нашла. Вчерашний день тебя нашла, похоже. У него волосы двоят. Стоп, before you can. Боже, прости, нельзя было оставить тебя одну. Ты встретился с шерифом? Он, нет, мы разминулись. Но я нашел телеграмму, и представь себе дневник, о котором я тебе рассказывал. Дневник? Дневник Николаса, с его помощью я смогу их расшифровать. Осталось только найти недостающие страницы, и тогда опять ты за свое. Нас хотят убить, от тебя волнует только работа. Почему ты совсем не думаешь обо мне? Действительно. Я думаю, постоянно, я о нашем ребенке. Тогда придумай, как обеспечить нашу безопасность сейчас же. Скоро все закончится, обещаю. Если она с икрой, почему она его там, знаешь, не отправляет там? Обеспечь нашу безопасность и заодно пронеси мне кусок рельса. Я хочу нюхать рельсы. Ключи в машине от шерифа, короче. Так. Давай. Ключами, по-моему, не очень-то использовал. Застрял вообще. Так, он так и не успел написать тот доклад. Тот же человек, что превратил нашу жизнь в ад, отправил его в мир иной. Сейчас откроется полностью. А вот же черт, тут говорится о тех же событиях, которых Николас писал в своем дневнике. Выходит, он ничего не придумал и не приукрасил. Жаль, что я узнал об этих легендах только после приезда. У дома семьи Стивенсон довольно колоритная история. В 50-х годах 19 века в шахте неподалеку произошел несчастный случай. Как минимум несколько человек пропало, примерно в тех же местах. Когда было найдено тело одного из пропавших, обвинения пали на некого Джейкоба Хайда, совладельца шахты, жившего именно в этом доме. Тела других пропавших нашли здесь спустя много лет, из-за чего эти места с тех пор окружают множество мрачных легенд. Убийца так и не был задержан. Возьмем. Вот что. Записулька. А это что? В конце 19 века семья Хайдов юридически изменила фамилию на Стивенсон, чтобы перестать быть причастными к обвинению против Джейкоба Хайда. То есть у этого чувака, главного героя, фамилия Хайд. Тот человек, который убивает всех. Убил Нортона, судью, и убил Гилмана. Да-да, рассказать, будь это правда, это неправда, это хинея, выдуманная шерифом. Он хотел меня подставить, залезть мне в голову. Он вообще шериф? Сука, я не понимаю, что происходит. Значит, полиция подозревала Джейкоба Хайда в убийстве Джона Нортона и сына Хайда. А сына подозревала Джейкоба Хайда в убийстве Джона Нортона, а сына Хайда Николаса направили в психиатрическую лечебницу. В своем дневнике он упоминал о 10 годах вдали от дома. Выходит, все это время он проходил лечение. Эта статуя выглядит знакомо, но я никак не припомню, где ее видел. Точно где-то в доме. Она в кабинете, где стоит чувак. Значит, получается, что чувак и есть Хайд. И он в дурдоме отлежал. И что, я нашел где-то статую. О, тайная комната должна быть здесь. Осталось только вставить в диск, что я не успел прочитать. Часть текста не видимо, как мне ее прочитать? Ночью глянувши днем, обдумывают, где не скрытое свет раскроет. Возьмем. О. Как удобненько. Люстра горит. Включим. О. 1864. AD. 1864. И чё? Тум-тум-тум. Книжечки опять. Тут пустая урна, ничего нет. Не работает. Нет, не работает. Так, там было 1864. Тут это есть?
У чисел явно не случайная последовательность. Ну да. Так. Отлично. Похоже, это даты. Каждый относится к какой-то букве. Ам. 1773 плюс С. Вроде это плюс. Не минус. Так, 1773. Плюс С. Это ж С. Допустим. Так, буква Е есть. 1823 плюс М. Что, внутренний круг нельзя крутить? Эй! Круг же раньше вращался, почему они сейчас зависят друг от друга? Семнадцать двадцать три. Так, поточнее эту хреновину поставим. 18-23. Тут буквы не точные. Эй. Почему не вращается? Еще раз. 18-23 плюс М. Стрелка на нее указывает. Плюс М. Что-то вообще диск не вращается. Если я могу понять, какая буква к какой дате относится, и составить из них слово, то разгадаю шифр. Логично. Ага. Подожди. Восемнадцать, двадцать три. Не вращается он внутренний круг. Так же уже было. Уже вращался. Перед цифрами точно как-то стоят. Посередине просто. Ну как, крутим до М. М. Еще не так.
хрен знает. Почему внутренний этот, как он, диск не вращается? Также можно, но вот 18, 23. Да ладно, только на букве D стоит и все. Но стрелку я могу повернуть на максимум. M 18 23. Это J. Тринадцать десять. Н. Н. Четырнадцать десять. О. Так. Так, 13.07 плюс Д. Значит. Ставим мы на D. Воткнись ты. D. Я забыл, какое. 18. Какое число? 13.07. 13.07. Буква I. L. I. 17.91. Буква T, по-моему, да? 17.91. Буква Т. Т. Угу. Как он буква вращается? Буква Т. 17.91. Буква С. Так, и 966. Эго из 966. Да, 966 есть. Буква И. У нас. О, он там уж. Бля. Так, буква И. Равнее. А, вот М, а так на М попадает. Эгоизм. Есть. Бинго. Здорово придуман. Ну да, забавненько. Так, музычка зловещая. Ну, крутись. А, точнее, ну. Давай. Дергай. Укол. Это непростая побрякушка. Похоже, его можно куда-то вставить. Рыбачку себе скипетом вставить. Вот тут в гадалки не ходи. Так, попасть в тайную комнату. В нашем доме. Гарри Поттер и тайная комната. Лестница, я бы сейчас по зубам бы как двинула. Тут никого нет. Что это за проклятое место? Что значат все эти слова и символы? Обыскать комнату Николаса. Подожди, так главный герой, получается, и есть Николас. Это его комнатушка. Довольно-таки набожно. Everyone has to... Face one harm. Так, у всех, кого я встречал, есть два лица. Одно человеческое, другое звериное. Ну, это намек, намек разработчиков на то, что у человека, за которого ты играешь, будет раздвоение личности. Ну, бля, блин. Вот вообще. Я хожу в дальние путешествия, не двигаясь.
о том, то, что он может передвигаться в пространстве и времени. Ну, временные рамки, короче. Наступит. Ничего не написано на звуке. Так. Лжецы, воры, убийцы, фальсификаторы, монстры, садисты, он и я. Да, не вдвоем такие. Мы оба видели через дыру в стене, что отец сделал с той дамой. Это, видимо, которая ничего увлекательнее, чем охота на опасную дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Записулька какая-то. Так. Мужчина в маске. Теперь я знаю, кто он такой. Да батя, наверное. Кто еще? Кто это? Кого там принесло? Открой дверь в дом. Погодите. Я еще и нет. Не того самого. Может, тут средство обороны все-таки он догадается взять? Нет. Ни хрена. Ну, пойдем. Пойдем. В двери кто-то стоит. Его отсюда не видно? Да его отсюда не видно. Может, это король? Сейчас наверняка реальность будет с прошлым мешаться. А нет, смотри-ка, ЦРУшник. ЦРУшник сам пришел. Что-то какая-то у него рожа не очень естественная. Глава 10. Мужчина в маске. Я знаю, кто он такой. Понял, когда он снова пришел мне на помощь. Это мой отец. Когда детектив умер, он превратился в ледяного призрака, который меня чуть не убил. Холод пронзил мои руки и лицо, сосульки устремились к моему сердцу, но отец, спрятанный под маской цилиндра, вновь спас меня. Он появляется и исчезает, словно призрак, значит, он мертв, как и все остальные. Как он умудряется... Ну, это на вопрос. Как он умудряется защищать меня из могилы? Не понимаю, почему не узнал его сразу по одежде и цилиндру, но он отравлял мое существование, пока был жив. Зачем он помогает мне сейчас? Тем больше я знаю, тем меньше понимаю. Ну, точнее, чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Поговорка так звучит. Ну и чё? Давай. Я так понимаю, уже опять альтернативная реальность. А, нет, подожди. Современная. Мужчина в маске. Это он? Это мой отец? Зачем он меня защищает? Что он пытается мне сказать? Непотопляемая тайна. Выбросы из шахты задания. Какого черта? Вот, а да. Да действительно. Какого черта? Давай позырим. Чего есть? Ну, как обычно. Вот я не знаю, куда мне еще тратить теперь эти... Их просто 138 спичек. Полно просто керосина. Можно керосиновый свой завод открывать. 5 симулятор отдирания досок. Или нет? Так, смотрим. Куда можно пробраться-то? Оп. Подожди. Нычка. Так, ну будка, домик, все, больше тут никуда не пройти-то. Воду... Нет, нельзя откачать. Принят. Давай пробуй доски держать чуть-чуть. Ну, действие нельзя совершиться. Со свечу досмотри. Эй. Не пролезть. Отрывать их как-то можно. Обычно белые доски тут всегда отрывались. Других проходов я не вижу. Ну, доска кнопки действия не горит. Отпадла.
Журчат ручьи. Ну все, я отсюда пришел. Тут явно ходов никаких. Чего, дергай доски. Дело. Может поджечь на? Туда же надо идти, ну по-любому. Тут он никаких этих лестниц не вижу. Тоже никак. Погоди-ка. Обычно вот все, что белым, можно, то, что подсвечивается, можно как-то взаимодействовать. Ну, давай дергай. Опять в обратную сторону. Эй, вот так. Пройти к дому Марии через болото. Видимо, баба, которая жаловалась там все время. Это записульки какие-то оставляла. Через болото. А где болото? А где бабуля? Ну-ка. Да? Ну, не подлезает. Жирный, как пенипок. Нет. Ладно, пойдем на свет. Тань, иди, возьми свет. Чпок, чпок. Чпок. В воде что-то плавает, лучше держаться подальше. Ну да, еще со скоростью не херовой. Мне нужно от этих пятен подальше держаться, я так понимаю, да? У меня сразу приступ астмы. Я так понимаю, это третий босс за мной носится. Он был нечестив, душой чернее ночи. Я видел, как он разобрал чужую жизнь. Это за мной идет или что? И молилась тебе, Господи, о прощении и избавлении. Опять я слышу голос того, кого нет. Это наверняка та женщина, которая писала детективу Мария. За стопудово это она? Тоже что-то. Ты еду? Нет. Не похоже. Как обычно, тут кроме спичек. Ред забрали еще в самом начале. Кроме спичек и керосина, тут подбирать нечего. Спичек я тут уже дохрена собрал, можно, я не знаю, завод открывать. Спичечный. Кажется, в воде что-то есть, что-то большое, лучше держаться подальше. Окей. Ау, я рановато упал. Он меня грызет, это курва. Это Мария, собственно. Здравствуйте, Мария. Мария утопленница. Не знаю, успею я добраться до второй, ну, до половины, на противоположный берег. Или нет. Если она проползет, а мне вроде туда. Иди отсюда уже. Он как болотная тварь. Так, я в безопасности, только на суше. Логично. Не туда. Ладно. Полетели. Вроде пятна эти особо меня не задевают. Не туда, да, походу, по прямой.
смысле, тут что, уже две Машки плавают? Вы серьезно? У нас была одна. Хрен знает, успею я. Один раз дернула. Второй. Третий. Машка может дергать тебя два раза. На третий ты покойник. Понятно. Ох, хоть это Мария. Мария Полуденница. Вот из Ведьмака. Так, ну сначала мне туда. По прямой. Побежали. Так. Потом... Ну нет, тут хода точно нет. Потом можно перебежать вот сюда, ближайший. Текаем. Все. Машка не поймает. Так, а насколько далеко она туда уходит? Так, и возвращается. Давай смотрим. Смотрим, докуда она доползает вообще. Две Машки пересекаются. Идут. Это сюда аж заплывает. О, можно... В краешку этого сигануть. Полетели. Машка догоняет. Машка догоняет. И это разок. Второй. Опа. Пошла в жопу Мария. До свидули. Я успел. Нужно отвлечь эту тварь. Ну да, камнями. А чтобы что сделать-то? Ну, я брошу камень. Чего? Она сюда приходит. Так. А если я сюда брошу? Идет туда? Не идет. А где ей надо сквозануть тогда туда? Вот в ту сторону. Значит, швыряем куда-нибудь вот туда. Мария Фас. И бежим. Раз, дернула. Она как этот. Как клюет на поплавок. Поплавок дергается во время. Рыбаленький. Так. Куда бежим? Ну, видимо, туда. Туда дольше всего. Так, Мария. Мария Фас. Без понятия, откуда она. Короче, я просто ломанулся вообще. Походу, я по кругу, да, пробежал. Ну, туда. Ладно. Керосинку заодно возьмем. Я оттуда прибежал. Где мне дом какой-то? Вот, по идее, вот в этот дом. А вот и Машка. Давай, дергай. Дергай, Рахит. Бля, поймала все равно. Вот Маруся. Бесы, Маруся, я сам боюсь. Ну, значит, в решетку вот тут, в этом. Кидать, значит, вообще в противоположное, там, где я пробегал по кругу. Окей. Так, Маруся, пас. Ай, рановато. Ай, рановато. Ай, грызанет. Ай, ай, грызет Мария. Поторопился. Ну, биться, скорее всего, мне придется с ней под водой где-то. Ох, Марусь. Ох, Марусь.
Да. Все? Он прям там тусуется. Так, проплывай. Все, погнали. Блин, тут их двое. Какого хера? Ну и двое-то. Я вроде еще могу подпрыгивать. Потому что она меня долбанула разок, ничего, я думаю, страшного нет. Как бы все там будем. Так. Маша фас. Че ну, блядь? Далековато, может? А стоит не спуститься, она тоже прилежит. О, бля, вот он. Помчал. Ну, мы успеем. Давай, дергай. Дергай. Тихо, она меня долбает тут. Все, до свидули, Мария. Вообще, подожду, наверное. Ну тут есть некого рода дебюдия, регенерация. Мне не поверили, даже священник сказал, что я вру, когда я называю старика Хайда сквалыгой и душегубом. В глазах потемнело с Марии. Он проклял меня. Господи, тебе известно, что я честна, что старик не дал мне ни гроша, когда мой муж погиб в шахте. Господь, прокляни же этого старого мерзавца и всю его семью навеки прокляни. Зрение-то вернется, не? Спички. Предмет добавил. Ну, наверное, вот сюда надо идти. Нравится. Ничто не вечно под луной. Ну, по-любому мы будем с Марией это сражаться, это гадалки не ходи. Такой стол заляпал. Мария скрипичная. Телом и душой. Сразу в воду. Оп. Перейдем. Внизу Мария, это гадалки не ходи. По-любому она тут. Бля, нашли Тарзана тут по этим ползать. Ладненько. Ну, явно мне не вниз, а собирать спички и все остальное не вижу смысла. Ибо я этим практически не пользуюсь. Наверное, потому что светоотражение, ну, свет настроил ярко. Для игры, наверное. Сохранение. Туда, походу, надо. Вот вообще он. Река буйная. Буйный, бля. Скатали. Машка тут. Разок дернула, ничего страшного. Она как гальян клюет. Так, а мне вот туда, получается, в закуток и к домику. Фас, Маруся. Все, Маруся. Я сам боюсь. Это вторая была Машка. А, то одна, то две, блин. Вы хотя бы поделитесь, а. Лестница может быть. Наверное, есть сюда. Бежим. Бежим. Сзади Маша. А, можно этот, в этой штуке долбануть.
Все, до свидули, Мария. Я не знаю, стоит ли торопиться, но, по-моему, она там решетку ломает. Ха-ха. Хрен знает, какую мне сторону. Она вот прям вот, вот рядышком тут стояла, ждала меня. Ну, давай туда вот. Давай, дергай. Сзади Маша. Все. Я немножко криво стоял, чтобы скример в рожу полетел. Извините, ребят. Я не хотел. Тем более. Тоже знал. Блин, вообще тут через шум под доски срывается. Да давай так. Наверное, вниз. Теперь опять камнями, да, шпыряться? Ага, вижу. Вижу, что открываю. Хорош. Мне надо как-то успеть, короче. Надо успеть, а спускаться вот здесь и обходить. Это там, да? Ну давай, давай покрутим. Так, Маруся. Блин, она прямо на меня убежала. Надо же, я успел. Придется отдохнуть от Марии. А, регенерация не пройдет. То что это, оторвать можно? Чичку. Либо наверх. Давай наверх. Вроде, а нет. Да, такой домик покосившийся сразу. Как будто сам бухал. Да, тут 3-4 Марии. Машке молодец. Прыгнем, да? Они как пираньи тут плавают. Вот так. Прогибаемся. Снова наверх. Прям полоса препятствий с этими Маруськами. Ай-яй-яй. Я не попал. Я не... Блядь. Сейчас все заново, да? Ну все, у меня труба. Чуть-чуть не долетел, а так много прошел. Сейчас я не знаю, геморрой будет, обратно все это дело повторить. Так хорошо шел. Не знаю, откуда меня там сейчас загрузят. Приблизительно понятно. А, ну тут вообще недалеко. Так, аккуратно. Проходим. Здесь вниз. Лашка рядом. Встаем, бежим, подпрыгиваем. И клонимся. Встать. Поднимаемся. Бежим, прыгаем. Так, и тут аккуратно. Угу. Бежим. Прыгаем. Она ко мне бежит. Ну, вовремя хотя бы сообразил, в какую сторону бежать.
Сохранение. Ручка где-то рядом. Надеюсь, правильно. Нет, не сюда пахнет. Блин, этот домик отлично вам подошел, чтобы там спрятаться. Ну, на возвышенности все ел. И все благ. Ладно. Жаль обратно. Эй. А, вот куда. И вообще на свет надо идти. Найти рукоять, чтобы опустить мост. Надо обратно возвращаться, все равно. В Машке тут локация, короче, целое болото. Рукоять будет тоже не так-то просто найти. Попадаем. Падаем вниз. Ладно, попробуем. Угу. Рукоять-то я взял. Ну теперь надо вернуться. Оп. Засвидули Маруся. Оп. Уши ноги от земли. Эй, Мария. Будьте благоразумны. Подождем. Подождем вашу Машу. Эй-эй-эй, тихо. Вот так, отлично. Рукоятка. А, ну все по прямой. И вот сюда. Все. Круть верт, всех дел. Оп. Все, погнали дальше. Пройти через болото к дому Марии. Направо, налево. Вот только один. Ну, тем паче, чё. Я хотел подпрыгнуть. Это дом Марии, я так понимаю, да? Кто ж так живет-то? А? О-о-о. Сильно. Она открывается? Или нет? Бежим. Куда хрен знает, но бежим. Еще Маруська. Так, то если все валится и ломается, значит бежим правильно. Так, сейчас будет еще по правую сторону. Ой, по правую. Еще крутилка. Отгибаем. Бежим дальше. Так, Маруськи. Эй-эй-эй. Так, тихо там, да меня Машка и дергает. Я еще походу в этой телеге застрял. Бежим заново. Мари атакует. С самого начала. Дорога тут одна, плохо, просто видно еще, плохо очень. Так. Здесь телега валится какая-то. Вот как ее обойти? Пошел, у меня там
Дернули пару раз уже. Я знаю, вроде правильно. Право, лево. Да, верно. Пойдет. Вот сюда. Да, вот она, суша. Маруська как пиранья меня дергает за ноги. Отлично. Правильно. Где я дом-то? Я же дошел, или мало? Я думал, это я дом. Это просто надо было побегать. Кстати, возможно, скример какой-нибудь рядышком будет. Все в грибах, там. Рояль почему-то стоит. Мужи, ну как давно не виделись, но я уже соскучился. Ты че вот один? А где Мария? Я так, это, ну, я думал, хотя бы вместе они будут стоять. Нет. Кстати, он похож на какого-то чувака, мне напоминает с маски шоу. Вроде да. Не рассмотрите близко. Давай попробуем поближе подняться. Тудери-тумба, тудери-тумба, ту-ту, ту-ру-ру-ру, ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту-ту-ту, ту-ру-ту-ту-ту-ту. Керосинка халява. Тут правда можно на керосине уже год прожить, короче, чисто на флаконах. Где мужик? Бах, ушел. Мужчина, здравствуй. Я вас потерял из виду. Посмотрел на мужика, меня скримером отвлекли. Сейчас еще скример будет. И расстояние большое, ну, в смысле, большая площадь, возможно. Будет члена битва с Марией. Нет. Могли бы использовать. Хайды меня так просто не отпустят. Они угрожают мне, потому что я слишком много знаю. Господи, что мне делать? Сегодня придет детектив. Сердцем чую, он достойный человек. Молю, Господи, убереги меня от дьявола, что бродит по лесу. Я знаю, кто он. Я видела его без маски. Ну, я пока без маски, ты никого не видел. Я так понимаю, с другой стороны, да? Шумная речка бежит. Я волков, скорее всего, пошел. Кто-то приколотил сюда собаку Марии, чтобы ее припугнуть. Надеюсь, сама она жива. Возможно. Нам сюда. А вот и Маруся, собственно. Фу-фу. Так удрала нелепо. Стопудово собирает на кладбище конфеты, там печенье. Выпивает. Бомжиха Маруся, короче, оказалась. Бомжиха. Вот он, я дом. Добрались таки. Здорово, Маруся. Я дома. Обыскать дом Марии. Этого черта детектива носят. Здесь давно никто не живет. Та женщина заявляла, что знает темный секрет моей семьи, но я без понятия, о чем она говорила. Может, в ее доме остались какие-нибудь записи, документы, да хоть что-то. Обыщу его, раз уж пришел. Ну да. Ладно, ребят, будем на этом серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи.